всем привет. Вот, будем красить такую малышку, такую красить. То есть было бито крыло и замена была. То есть замена происходила вот в этом вот месте. И вот здесь. Здесь эти все вот точки такие кругленькие, я их делал сам. Ну, то есть, как можно ближе к оригиналу. То есть, ну вот они видны. Здесь пока на грунте их не видно. Вот здесь вот тоже. Тоже это все делал. В этом месте было замена. Эти точки я тоже делал. Здесь перед готовкой было оторвано она. Я вывел все, загрунтовал. И тогда мы... Нет, то есть перед грунтовкой вывел. Мы одели на клипсы эти. И все вместе загрунтовал. Что, только что положил швы. Здесь было очень проблематично. Очень неудобное место. Ну, то есть, ладно уже. Уже есть как есть. В этом месте такой изгиб идет. У меня не получилось это сделать. Ну ладно. Здесь типа была дверь переходная. Но потом, когда... Но она была снята, стояла где-то в боку. Вот. Потом принесли уже перед камерой пошкурить. До хера очень было всяких браков и так далее. Вот, и крышка. Крышка была замена, но подобрали под цвет, окрасим с одной стороны. Вот, здесь был удар маленький, небольшой. И это место немного завалено. Что, ладно, пройду сейчас баллончиком по протирам этим всем. И покуда баллончик будет высыхать, за это время я сделаю краску. Все, встречаемся на краске. Ну что, поехали. Подача на один, оборот закручен.
может, по камере кажется, что я очень много наливаю, потому что это красный цвет, и где темные протиры, очень видно. Потом, когда высыхает, это все нахрен вылазит. Ну, шагриньку делаем вот такую вот, например. Это, помним, дверь переходная, здесь ямочка одна, и там где-то еще одна будет. Делаем выдержку, встречаемся на лаке. Так, все высохло. Было немного протирчиков светились. Я уже не снимал, то есть в этом месте вот пропшикал. Здесь в этом месте. Внизу вот здесь вот пшиканул. И здесь кончик. Здесь потом внизу герметика там немного светилась. Вот. Что, ладно. Поехали.
Закроем сейчас крышку. Это Opel. Знаем. Щегреньку. Я думаю, что мы попали в нее. Торок маленький выскочил. Надо будет кабельку положить. Эти точки тоже вот. Здесь также.
Все, все отлично. Небольшой опыл остался. Все, всем пока.